Здравствуйте. В эфире программа ЖКС, жилищно-коммунальный совет. Меня зовут Альбина Плещук. Про недвижимость будем сегодня говорить, про спрос, предложение, цены, обо всем детально. Говорить на эту тему будем мы сегодня с нашей гостьей, с Алией Сагировой, руководителем агентства недвижимости. Алия, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Тема актуальна всегда. Всегда сегодня, наверное, особенно, потому что вот прям буквально недавняя новость, наверное, малоприятная для представителей вашей сферы. По итогам 11 месяцев прошлого года, 2022, общее количество выданных ипотек по сравнению с таким же периодом прошлого года, 2021, снизилось на треть, на 34%. Что это значит? Неужели рынок встал, да? Все, встал? Хороший, конечно, Альбин, вопрос. На самом деле, не секрет ни для кого, да, не является секретом, а то, что ипотека является драйвером рынка недвижимости. И количество выданных ипотечных ставок все зависит от того, какие кредитные условия диктуют нам в целом банк. И в связи с этим казанцы приняли выжидающую позицию. Выжидающую позицию тем, что они ждут наилучших времен для того, чтобы ставка улучшилась. Банки предлагают более оптимальные ставочки для того, чтобы приобрести объект недвижимости. Но если смотреть на аналитику 2022 года, то мы видели, да, то, что за 2022 год 7 раз у нас ключевая ставка варьировалась. С 20% в феврале? Да, совершенно верно. С 28 февраля у нас получается 20% ключевая ставка. Все те проекты, которые были ранее одобрены до марта месяца, мы пулом приобретали объект недвижимости, чтобы по ранее одобренным ставкам. И далее, получается, была стагнация. Но в данном случае уже с 19 сентября прошлого года у нас ставка поменялась на 7,5 и, соответственно, облегчила нам жизнь. Вот. А вот то, что льготную ипотеку продлили в этот раз до 1 июля 2024 года, это, как думаете, скажется на рынке? Уже чувствуете, как-то сказывается опять активность? Как-то активность данной ситуации поднимается, да, соглашусь с вами, потому что до 2022 года не было понимания, четкого понимания, пролонгация будет или нет, и, соответственно, пролонгировали. У нас есть поправки в законодательстве по поводу семейных ипотек. Семейные ипотеки, если ранее было, участвовали только те семьи, которые есть, дети, рожденные после 1 января 2018 года, то сейчас уже могут принимать участие те семьи, у которых двое несовершеннолетних детей, то есть не достигшие 18-летнего возраста. Это уже способствует благоприятному нашему тенденции. И, соответственно, мы понимаем, что также хочется обратить внимание на то, что есть госпрограммы в поддержку многодетным семьям. Это в размере 450 тысяч рублей. Они дают в счет погашения действующей ипотеки. Но в данном случае нужно понимать, что это подходит не для всех семей, а у кого есть третий либо последующие детки, которые рождены после 2019 года. Льготные программы есть в формате сельской ипотеки, которая предоставляет в размере 3% на определенный срок, ну, в районе там, до 20 лет. И, соответственно, эта сумма уже зафиксированная, процентная ставка 3. И на весь срок ипотеки? На совершенно весь? Верно. Нет там каких-то подвохов? Нет. Раньше она была не фиксирована, все зависит от того, квота она заканчивается или нет. А на сегодняшний день, получается, она зафиксирована, эта ставка 3%. И у нас жители нашего региона могут получить 3 миллиона по 3%. Я слышала, что еще 3 миллиона можно на землю, да, отдельно? Ну, супруги, если берут в паре. Да, совершенно верно. Если один условно 3 да, по ипотеке да, на дом, другой на землю. Совершенно верно. То есть совокупности получается 6%, 6 миллионов по 3% на семью. Что касается льготной программы, также у нас существует, хотелось бы отметить, по поводу госпрограммы у нас, конечно, поменялась, да, процентная ставка. Если она варьировалась в предыдущем год у нас 6-7, сейчас она варьируется от 7 до 8%. То есть до 8. А семейная ипотека, она варьируется от 5 до 6 максимум. Сумма у льготной ипотеки, максимальная сумма, на которую татарстанцы могут рассчитывать, если берут льготную ипотеку, она изменилась, нет? Нет, она осталась также прежней, 6 миллионов для нашего региона. Татарстан 6 миллионов. Да, Татарстан совершенно верно. Я предлагаю наших телезрителей к разговору пригласить, если вам сегодняшняя тема, наша про недвижимость, про цены. Интересно, звоните, пожалуйста, по номерам телефонов прямого эфира, периодически они будут на экране, внизу экрана появляться, 511-99-66 и бесплатный номер для регионов 8-800-500-32-55. Звоните, задавайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Кроме того, традиционно до начала эфира запускаем мы опрос в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы вас спрашивали, если покупать жилье, то вы бы какое выбрали? Там есть варианты. Ответ: вторичное, новостройку, вообще никакое.
какой-то из ответов, возможно, вам подойдет. Обратите внимание, QR-код в уголочке экрана будет появляться, можно свой смартфон на него навести, принять участие в нашем голосовании, и чуть попозже в выпуске мы его итоги подведем. Алья, кому сейчас, на ваш взгляд, вот выгодно брать льготную ипотеку? Мы же понимаем, что льготная ипотека – это новостройка. Новостройка – это конструктив. Он требует еще как минимум там какой-то предчистовой отделки. Сколько еще лимонов нужно добавить миллиончиков, чтобы ее, ну, чтобы в нее заселиться? Это большие расходы в качестве жилья, например, такого. Если ты нуждаешься в жилье, вот это же не пойдет. А кому выгодно? А кто сейчас ее берет вообще? Но фокус внимания сейчас именно настроен на семейные ипотеки, потому что процентная ставка, она варьируется от 5 до 6, как и говорила ранее. Соответственно, это хорошая возможность взять новостройку по льготной ставке. Если вторично на сегодняшний день она варьирует от 11 и выше, по семейной ипотеке от 5. Соответственно, берут на длительный срок в размере 6 миллионов и комфортным ежемесячным платежом они оплачивают в течение последующих лет. Но все-таки семьи, все-таки для себя, совершенно а верно, не, да. не инвесторы для да. последующей но больше, продажи да, или сдачи. Как показывает практика, фокус внимания все-таки на конечного потребителя для улучшения жилищных условий, для того, чтобы там... Мы же понимаем, что Казань – это у нас выгодный инвестиционный проект и город студентов. И, соответственно, многие студенты, которые проживали в Казани, они, соответственно, арендовали и далее решили приобретать квартиры. Они тоже могут претендовать, то есть по госпрограмме, от 7 до 8%. То есть все это очень выгодно получается. Сегодня вообще рынок недвижимости что нам предлагает, учитывая, что цены, ну, откровенно скажем, космические? Вы сказали, что 180 тысяч за квадрат – это прям это норма. Мы еще год назад еще удивлялись. Мы говорили, квадрат в Казани перешел психологическую черту, там 120 тысяч за один квадратный метр. Боже мой, как дорого, мы говорили, теперь уже 180 – это нормально. При таких-то ценах, я хочу сказать, может быть, застройщики как-то пытаются схитрить. Ну, там, допустим, какие-нибудь микроквартирки строить такие, чтобы цена была более-менее приемлемой. Или, может быть, студии снова стали популярны и среди покупателей, и среди застройщиков. Что сейчас рынок предлагает? Но главный козырь застройщиков – это как раз-таки льготные ипотеки. Вот 22-й год показал нам о том, что вот эти субсидированные льготные ставки в размере 0,01%, да, 0% на весь срок, там, на определенный срок на 2-3 года там, снижали, потом последующие годы оплатили по госпрограмме. Соответственно, показал о том, что траншевые ипотеки, да, в форме рассрочки, первые года там, они платят под определенную сумму, и последующие годы они платят, соответственно, побольше. Соответственно, это сфокусировал внимание, что на новостройке спрос вырос. Вырос за счет того, что у нас появилось очень много льготных программ, но также хотелось бы отметить, что вторичное жилье в связи с тем, что у нас было объявлено частичным мобилизацией и так далее, у нас вторичное жилье тоже в цене немножко тенденция пошла к снижению. Такого обвала цен нет, как многие диктуют о том, что у нас там снизилось до 20-35%. Естественно, такой статистики не наблюдается. Только это зависит от того, насколько ситуация плачевная у продавца. То есть бывает так, что они делают крупные дисконты в силу того, что там за рубеж уезжают. Ну, то есть ситуация бывает разная. Но тенденция сохранилась на сегодняшний день от 5 до 7%. Процентов скидки. Совершенно верно. 5-7 в целом вторичка, получается, снижается у нас по тенденции, но на, скажем так, на ежемесячной основе. Каждый месяц еще прибавляется плюс 5-7 или нет? Держится? Пока держится. Вот, дисконт в течение 5-7% это в целом за 22 год. Тенденция по аналитике, да, по статистике. Но сейчас тенденция к снижению тоже есть. Но при этом могу сказать, что устойчивый спрос тоже соблюдается по сравнению с соседями регионов, там РФ, субъектов. Да, у нас от того, что приезжают из других регионов, у нас покупают. То есть покупает объект недвижимости. Вторичку. Мы сейчас про вторичку говорим. Вторичку отдельно надо сказать, что по итогам Коммерсант пишет вот свежие новости о том, что по итогам 2022 года каждая вторая сделка купли-продажи квартир в России была по доверенности, по нотариальной доверенности. Это вообще максимальный совершенно показатель за всю современную историю, за все наблюдения продаж в стране квартир. Сделок, говорят эксперты, могло быть еще больше. Иногда сами банки на это не идут, иногда покупатели боятся, сомневаются. Для сравнения, вот значит, в 2022 году 50% сделок по продаже жилья
по доверенностям. Год назад, до этого, год назад, в 2021 году было 20% сделок, в 2020 году было 15% таких сделок, а еще раньше было 8,5%. Рост понимаем, да, вот геометрическая прогрессия. В этом смысле, если рассматривать ситуацию, на ваш взгляд, безопасно покупать квартиру вот такую вторичную по доверенности кого-то? Это очень хороший вопрос, Альбина. А если рассматривать со стороны вот покупателя, да, то есть определенные риски. Потому что, объясню почему, потому что даритель, как правило, он может... Продавец? Продавец. Угу. Тот, который дает доверенность, соответственно, да, он может на момент там, сделки уже там, не жив, да, умер, не дай бог, там разные ситуации бывают. Соответственно, любой момент продавец может аннулировать эту ту же самую доверенность. Поэтому важно тут проверять все это в открытом доступе. Человек может зайти на сайт, где то есть можно проверить именно... Наследственных дел? Нет, имею в виду про доверенность. То есть проверяем, насколько эта доверенность, она действительно или нет. То есть, возможно, там срок действия. Совершенно верно, возможно, могут отозвать. Поэтому, если там не указаны сроки владения, то по законодательству один год с момента ее выдачи. То есть, это тоже важно учитывать. Доверенность нужно проверять. Есть определенные риски на предмет того, что, возможно, продавец был под давлением. То есть, он может сказать о том, что не там, не я принимал участие, без вести пропавшим. То есть, это важно понимать. И тут, конечно, лучше, по моим рекомендациям, увидеть в лицо продавца. Ну, естественно, мы благо живем в 21 веке. Если, допустим, человек за рубежом и так далее, то можно там видеозвонок, удостовериться, что действительно существует этот продавец, да, там, и, соответственно, далее уже предметно смотреть. Потому что тут надо посмотреть, да. Риски есть определенные. А вся эта проверка, о которой вы говорите, это дело... самого физического лица, будущего покупателя или как это сделать? Теоретически можно все эти запросы отправить или что? Или на сайтах в открытом доступе это есть? На сайтах в открытом доступе у нотариус. Да, вы можете посмотреть, насколько это действительно это доверенность, потому что не аннулирована ли она. Но бывает, конечно, разная ситуация. К сожалению, и в практике очень применяется о том, что сходили на сделку условно, да, и далее потом даритель, тот самый, который делал доверенность, он признал эту сделку ничтожной и начался спрос у покупателя, потому что он говорит, я был под давлением, и у меня вообще... Ну, то есть риск криминальных квартир существует. Поэтому тут прям очень тонко говорить. Так, отвлекаемся от этой ситуации. Если вообще просто, вот без привязки к подобной ситуации, если человек вот сейчас, например, планирует продавать свою квартиру, вот он не торопится, он никуда не уехал, ни по доверенности, сам лично продает квартиру. Время подходящее. Правда, что вторичка уже дешевеет? Минус 5-7% дисконт. На этот вопрос, конечно, я бы так посмотрела. Ну, это риторический вопрос, да. Нужно понимать, с какой целью человек продает. Если он хочет расшириться, да, квадратные метры, то, соответственно, нужно понимать. Там, допустим, безудержно, да, нет такого понятия, как он просто продает за бесценок из-за того, что ему нужны деньги. Тут тоже нужно понимать, да. И, соответственно, если человек принял решение продавать, продавая, он может предоставить вот этот дисконт, и покупая, он тоже на этот дисконт может рассчитывать. То есть сохраняется некий дельта дисконта, при котором он выгодно может продать и при этом выгодно купить. То есть вот такой формат. Однозначно спрос у нас устойчивый в Казани. Тенденция нет такого, что был обвал рынка. Абсолютно сделки продолжаются. У нас рынок очень динамично развивается однозначно. То есть тут и... Погода хорошо сыграла именно новостройки у застройщиков, хорошая программа по льготным ставкам. И вот это все это балансируется. Если есть задача купить, вот очень нужно сейчас купить, чтобы самому жить, самому для семьи. Время или можно подождать? И чего? Если подождать, то чего? Тоже хороший вопрос. Я считаю, что если человек надумал приобрести... Соответственно, ему нужно действовать, потому что программы позволяют. Несмотря на то, что с 23-го года немножко на вторичку повысился на 1,5% процентная ставка, если это за счет ипотечных средств в том числе, то нужно понимать, что если семья, допустим, да, если абстрагируемся, взяли семью, у них есть материнский капитал. То есть индексация с 1 февраля у нас материнский капитал. С 1 февраля на рожденную там, первого ребенка более 500 тысяч рублей, на второго ребенка индексация в районе там, 800 тысяч рублей.
783. 783, да. И с этим, если посмотреть, то есть у человека есть свой условный капитал, и плюс средства материнского капитала в совокупности получается хорошая первоначальная сумма. И с этим он может приобрести квартиру с целью проживание. Если рассматривать в качестве арендного бизнеса... Да. Если это вложение. Если это вложение... Потом, например, сдавать какое-то время, потом продать. Но я скажу свое мнение, да, по этому поводу. Вторичное жилье, конечно, сейчас арендная плата не покрывает стоимость квартиры. Месячной. А средние расценки в Казани какие, скажите? Допустим, однушка. Допустим, однушка. Ну, если сдаем, то сколько мы получаем в месяц за нее? Ну, в районе 20 тысяч плюс коммуналка. В зависимости от локации, от метро, то есть в зависимости от комфорта жизни. Да, есть старый жилой фонд, есть получше. Соответственно, ценник будем считать от 18, скажем. Аренда однокомнатной квартиры в Казани. Средняя. А платеж? Вот. А платеж, если брать минимальный размер первоначального взноса в размере 10-15%, платеж составляет где-то порядка 33 тысяч рублей. То есть мы уже понимаем картину, да, по аналитике. То есть здесь 20, тут 33. Ну, то есть в совокупности в любом случае ему нужно будет доплачивать для того, чтобы покрывать свои ипотечные расходы. В качестве инвестиций, сохранения денег, приумножения денег нет. Говорит, сейчас не время, да? Ну, знаете как, бетон, он однозначно был в России. Для сохранения денег недвижимость покупают и будут покупать, как и покупали, и покупают. Но с целью, вот опять-таки, нужно понимать, конец 2022 года показал аналитику того, что спрос пользовался именно на большие квадратные метры, то есть 60, 70 и более. Это трешки. Это трехкомнатные квартиры. Трешки. Обычно ленинградки, к примеру, спальный район, хорошие, ну, стоимости там от 7-8 миллионов. Вот это ленинградки. Но если брать, конечно, улучшенный проект, новостройку, то ценник там достигает от 11 и выше. Mm-hmm. В зависимости от квадратных метров. А все предыдущие годы мы говорили, когда говорили о недвижимости, мы говорили, подножки уходят, как горячие пирожки, гар. Если у вас есть однокомнатная хрущевка, которая досталась вам по наследству от бабушки, вы самая завидная невеста, у вас гарантированно товар, который уйдет всегда. Сейчас... Ситуация поменялась, да, говорите? Немного скорректировалась, да. Mm-hmm. Если ранее брали квартиры из-за того, что у людей был бракоразводный процесс, детки там росли, то есть, да, выросли, и они покупали, то сейчас тенденция такая, что кто-то уезжает за рубеж, либо там, скажем так, нехороший инвестиционный проект был, и они хотят избавиться от объекта. Mm-hmm. Избавиться, что я так утрирую. Я предлагаю прямо сейчас подвести итоги голосования, на которое в начале выпуска мы заявляли. Мы вас, уважаемые телезрители, наши подписчики, группы ВКонтакте, спрашивали, вот если покупать жилье, вы бы какое выбрали? Смотрите, какие ответы интересные получили. Каждый третий сказал, вторичное, это надежно. Без малого 7% ответили, новостройку, она дешевле. И абсолютное большинство сказали, ничего бы не выбрала, никакую квартиру, потому что у меня денег нет. Вторичка надежнее, новостройка дешевле. Можем мы поспорить с этим утверждением? Сегодня как дела обстоят? Я, конечно, по поводу новостройки поспорила, потому что с учетом того, что, как показывает статистика, у нас новостройки от вторичного жилья, они разнятся в 2-2,5 миллиона рублей. То есть если средняя... Какая разница минимальная? Да. Ну, то есть новостройки, если брать однокомнатную квартиру условно, да, по аналитике 2022 года, у нас стоимость от 5 миллионов, например, на одну комнатную квартиру, а в новостройках где-то порядка 7-7,5 стоимость однокомнатных. Поэтому тут новостройки скорее не дешевле. Но еще раз повторюсь, то, что льготная программа предоставляется, это комфортный ежемесячный платеж, и это долгосрочно, то, соответственно, они комфортным платежом платят в течение вот как бы 20-выше лет. Спасибо большое. Вот мы ответили на вопрос, что выгоднее брать. Но вы говорите, что, конечно, ситуация индивидуальная абсолютно. В каждой конкретной жизненной ситуации нужно принимать свои личные решения. Спасибо большое, Илья, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за интересный рассказ, за полезные советы. Приходите еще. Спасибо вам. Это была программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы. Мы сегодня обсуждали недвижимость. Сегодня какой на нее спрос, предложение и что с ценами.